В Ивановском технопарке «Акванториум» началась пора летних интенсивов. Ребят знакомят с основами робототехники, программирования, аэромоделирования. Тема первой смены – космическое путешествие. По легенде, юные инженеры должны обнаружить неисправности на корабле и устранить их. У нас сломался корабль, передняя часть, из-за метеоритного дождя. Был пробит корпус, и нужно было построить скафандр и заделать отверстия, пробоины. Скафандр мастерили по чертежам из картона. Космонавта оснастили техническими средствами для ремонта обшивки ракеты. Клешню манипулятор ребята сделали сами. Выбирали форму, дизайн и механизм. У нас получилось примерно 50 на 50. Какие-то ребята уже знают про техноканикулы, про кванториум. Кто-то уже не первый год ходит летом в новацию, пришли вот к нам. А некоторые пришли совершенно, скажем так, с нуля. То есть про робототехнику не слышали, про кванториум тоже услышали только на каникулах. То есть ребята неподготовленные тоже есть. Десятидневный интенсив – это своего рода тест-драйв всего того, что есть в кванториуме. Если ребенку нравится, предлагают записаться на постоянные занятия. В процессе игры инженеры знакомятся со всеми направлениями работы технопарка, в их числе 3D-моделирование, дополненная реальность, хай-тек, дизайн, робототехника. Мне больше всего понравился аэроквантум. Мне там понравилось первый день, потому что мы первым днем мы не по-настоящему их собирали, а просто играли как бы как виртуально. Группы на интенсив набирают небольшие, от 10 до 20 человек. Педагоги рассказывают ребятам о технических инновациях, учат конструировать, моделировать, а главное – придумывать и развивать свои идеи самостоятельно. Если что-то не получается, всегда можно обратиться за помощью к наставнику или приятелю. Особенность нашего лагеря, что у нас ребята разновозрастные, и им комфортно вместе заниматься. У нас ребята занимаются вот в этой смене, например, от 7 до 15 лет в одной команде. И им максимально комфортно, потому что ребята, которые постарше, становятся наставниками для ребят, которые помладше. И получается, они прокачивают свои компетенции, и в том числе обмениваются опытом. Прокачать свои умения предлагают и взрослым. Для них организуют отдельные курсы. А с 17 июня в кванториуме стартует очередной интенсив для школьников. На него еще можно успеть записаться. Посещение лагеря платное. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.